прямом эфире, а вы смотрите новости. В столице Армении завершился гранд-финал Junior Eurovision 2022. Наша страна принимает участие в этом престижном конкурсе уже пятый раз. Всего на 20-м юбилейном песенном состязании выступили юные исполнители из 16 стран. Об итогах международного конкурса в материале Алишера Накипова. В этом году Казахстан представлял финалист 4-го международного конкурса «Бакыты Бала 2022». Давид Чарлин выступил на конкурсе под номером 3, исполнив песню «Жирана», которая уже полюбилась многим слушателям. Стоя на сцене мирового масштаба, 12-летний певец из Алматы посвятил композицию родной планете, а также сложным отношениям между людьми. По итогам онлайн-голосования и оценок профессионального жюри казахстанец набрал 47 баллов, заняв 15 место. Всего отдать свои голоса смогли жители 178 стран. Просто огромнейший опыт, что я могу сказать еще. Это была гигантская сцена, и я первый раз выступал на столь огромной сцене. Просто огромное спасибо каждому. А, конечно, я буду продолжать дальше вообще мою певческую карьеру. Несмотря ни на что, я пою лишь для себя и для тех зрителей, которые меня слушают. А победителем детского Евровидения стал представитель Франции. Второе место заняли хозяева Армения. Тройку лидеров замкнула Грузия. Всего на 20-м юбилейном конкурсе выступили юные исполнители из 16 стран. Настроение хорошее. Ребенок спел отлично. Кажется, что он сделал все, что от него зависело. Послушал весь мир. Я очень этому рада. И для меня это в любом случае победа. Я хотела всех поблагодарить, сказать большое спасибо за тех, кто голосовал, за тех, кто поддерживал. Для нас это было очень важно, ценно. В этом году Казахстан принимал участие в этом престижном конкурсе пятый раз. Вокальное искусство нашей страны в разные годы представляли Данелия Тулешева, Ержан Максим, Архат Башанова, Бекнур Жанебекулы и Алинур Хамзин. Курбай Жумахан, Алишер Накипов, Хабар 24, Ереван.